of Arkham. Как ты здесь все оформил? Старший надзиратель Шарп. Боулс. Йоу, Фрэнк! Как жена, как детишки? Скучаешь по мне? Заткнись, клоун. Здесь многие хотят с тобой потолковать. Нет, нет, я не против пройтись. Эй, ребята, полегче. Помнете костюм. Уберите этого грязного дегенерата. Надзиратель, здесь что-то не так. Я пойду с ним. Комиссар Гордон уже здесь? Да, сэр. Он ожидает вас в пункте прибытия пациентов. Он вас немного опередил. Шарпи любит свои камеры. Эй, Шарпи, ты меня снимаешь в хорошем ракурсе? Подожди, они же все у меня хорошие. Чтобы на этот раз его заперли как следует. Полюбуйтесь на новую охрану. Как вообще можно сбежать отсюда? Сегодня здесь собрались все. В приемной интенсивной терапии новый пациент. Всему вспомогательному персоналу покинуть зону. Ой, всегда приятно вернуться на родную хату. Объект в туннеле. Начать сканирование. Начинаю сканирование. Знаете что, я бы предпочел старый добрый личный досмотр. Он такой проникновенный. Красный свет. Несколько запрещенных предметов. Обыскать Джокера еще раз. Дело не в пациенте. И что ты сюда пронес, Бэтс? Ну давай, похвастайся. Батаранги? Когти? Или что-нибудь пожевать? Джокер чист. Открыть ворота, вытащить его. Держать его на мушке постоянно, не выпускать из виду. У нас с тобой еще будет время, Кэш. Кстати, о времени. Что это? Неужели крокодил? Джокер. Как дела, док? Запишите меня завтра часа до 4. Нам многое надо обсудить. Так, все в порядке. Ненавижу это. Новый пациент. Здравствуйте. Говорит Квинси Шарп, старший надзиратель лечебницы Арка. Любимое шоу. Я надзиратель Квинси. Я родовое поместье в это замечательное учреждение. Мало кто верил, что оно станет главным в стране исследовательским и исправительным центром судебной психиатрии. Джокер! 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 Слыхал про босса из Блэкгейта. Еще увидимся, босс. Заткнуться! Вперед! Джокер! Я вам скажу, ну быстро состояние проводки в федеральных тюрьмах ужасает. Мои парни могли пострадать в этом злополучном пожаре. Офицер Боулс, мне надо осмотреть вашего заключенного. Ладно, только быстро. Я следую протоколу. Пациент в удовлетворительном состоянии. Небольшие ссадины, полученные предположительно 2 часа назад. Возможно, имеется... Не хочешь измерить мне температуру? Мне не терпится спустить штанишки. Он ваш. Уберите его с глаз моих.
Он чистый. Откройте дверь. Вы слышали дамочку? У нас еще один психопат на подходе. Чувствуете, радостью потянуло, нет? Значит, какой-то охранник обделался. Крок, старина, это твои проделки! Приготовиться! Держите его в прицеле. Все время. Он в ярости. Кажется, это еще что такое? Я знаю твой запах, Бэтмен. Я тебя поймаю. Включите ошейник! Усмирите это животное! Уберите эту тварь! Игрушечный ошейник меня не остановит! Я разорву тебя! Сорву твои кости! Кстати, о крокодилах. Мне срочно нужны новые туфли! Вперед! Держитесь крепче! Как получилось, что Бэтмен прошел охрану? Самое время для вечеринки! Только не для тебя. Ха-ха. Ночь только начинается, Бэтс. У меня в запасе еще осталась пара фокусов. В смысле, тебя не удивляет, что из-за пожара в Блэкгейт сотню-другую моих людей перевели сюда? Я вроде велел тебе заткнуться! О, Фрэнки, ну когда ты научишься держать пасть закрытой, доведет она тебя до беды. Скажи мне вот что. Раньше ты не давался мне в руки так легко. Что ты задумал? О, ничего особенного. Сотни людей умрут от боли и страха. Их никчемные жизни придут к ужасному концу. Все благодаря тебе и коробку спичек. Как тебе такой ответ? Никто из пациентов не должен контактировать с заключенными из тюрьмы Блэкгейт в нашем учреждении. Чего он там возится? Оставаться на месте! Свет! Живо! На него! Наши учреждения, они размещены временно. Еще раз повторю. Что ты мне не веришь, да? Наш гость прибыл. Код безопасности на нижних этажах блока интенсивной терапии «Красный Альфа». Итак, ты вернулся. Во время твоего побега погибли трое моих людей. Всего троих? В следующий раз буду лучше стараться. Как насчет сотни? Ну и вечерок, Джим. Джокер в ратуше. Берет в заложники мэра. И мне приходится разрываться между спецназом, прессой и тобой. Да уж, вечерок еще тот. Надеюсь, больше с ним вечера не проводить. Да, как же. Стоп. Простите, вход только для персонала. Уверяю тебя, уж если кто и может. Конечно, спасибо, но он взбудоражит агрессивных заключенных. Кажется, это он про тебя, Бэт. Не забывай нас, здесь тебе всегда рады. А это приятно возвращаться. Ты как? Он сдался почти без боя. Мне это не нравится. По крайней мере, он снова там, где ему и место. Встать! Быстро! Джокер бежал! Сообщите начальству! Быстрее! Мы его теряем, док! Не повезло тебе! Та-дам!
Тише, я уже дома. Заходи. Добро пожаловать в дурдом, Бэтмен. Я устроил ловушку, и как красиво ты в нее угодил. Тогда давайте начинать веселье. Леди и душегубы, извиняюсь за то, что помешал вашим обычным развлечениям. До этого момента я собирался всех попробовать. Вы же знаете, как я люблю покорять. Я просто даю тебе размяться, Бэтс. Он только что из исправительной тюрьмы Блэкгейт. Общий срок заключения 752 года. Динь-донг! Второй раунд! Извини, Бэтс, мне пора. Надо еще кое-куда зайти и кое-кому подрезать. Ты как? Что случилось? Я что-нибудь придумаю. Гордон, попробуй связаться со старшим надзирателем и расскажи ему все. Я еще вернусь. Не давай пустых обещаний, Бэтс. Я контролирую лечебницу. Ты никуда не пойдешь, если я этого не захочу. Понятно? Если ты надеешься удрать... Бла-бла-бла-бла-бла-бла! Опять геройский треп! Как же мне с тобой скучно! Почему бы тебе просто не взять и не найти меня? Это ловушка, ты же знаешь. Конечно. Все пациенты обязаны принимать все лекарства ежедневно в предписанное время. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B3. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B2. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B8. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B1. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B6. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B4. Эй, Бэтмен! Там! Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B3. Внимание! Что произошло? Произошел Джокер. Тебе повезло, что в живых остался. Наверное, он пошел сюда. Дверь заклинила. Сейчас попробую открыть. Нужна помощь в отделении для буйных. Повторяю, нужно подкрепление. Меня кто-нибудь слышит? Меня слышно. Я с Бэтменом. Прием! Где они? Там. Помощь нужна? Нет. Я работаю в одиночку. Сас на свободе! О боже, он добрался до Майка! Фрэнклин, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в пути. Оракул, как меня слышно? Громко и четко. В чем дело? Джокер сбежал из-под стражи. Он распоряжается Аркхемом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Отпусти его! Не создавай себе лишних проблем! Слава богу, это ты. Там Зас. У него Майк привязан к стулу. Зас в конец спятил. Подожди здесь. Нельзя. Он убьет Майка, если кто-то попытается подойти. Он меня не увидит. Увижу хоть что-то похожее на летучую мышь, и охранник сдохнет. Слышите меня? Сыночек поджарится. Стой! Зас поймал моего друга! Он его поджарит! Сделай что-нибудь, пожалуйста! Займи его чем-нибудь. Я зайду сзади. Нужно подойти поближе к Засу и нанести удар. Если идти по земле, он заметит меня. Надо держаться на высоте. С
Старые горгульи должны выдержать мой вес, если я зацеплюсь за них. САС лежит, но это ненадолго. Нужно подобраться... Загоните зверя обратно в клетку! У тебя еще есть шанс сдаться. Заманчиво, Бэтмен, но я пас. Теперь заключенные хозяева Аркхема. Но технически они прислужники Джокера, доставленные сюда из Блэкгейт. Ну ты понял. Пока! Бэтмен, как слышно, прием. Оракул, я на месте. Лечебница Аркхем пропала из сети. Он контролирует систему безопасности. Наверняка это он отключил лечебницу от общей сети. Это еще не все. На всех полицейских каналах сообщают, что он заминировал весь Готэм. Сказал, что взорвет бомбы, если кто-нибудь сунется на остров Аркхем. Историю пока замалчивают, но утечка может случиться в любой момент. Это блеф. Он отвлекает внимание, чтобы люди держались подальше от острова. Откуда ты знаешь? Я знаю его. Он выбрался. Бэтмен отыскал выход. Бэтмен, я подключаю тебя к радиоканалу охраны. Стив, зэки из Блэкгейта! У бойлера! Кто это за ними? Господи боже, это Джокер. Он на свободе. Как он выбрался? Извини, канал недоступен. Со связью творится что-то странное. Это нехорошо. Буду пытаться дальше. Внимание! В помещении для санобработки обнаружен токсин. Чёрт! Они в ловушке! Внимание! Помещение для санобработки блокировано. Что это такое? Токсин Джокера. Комната заполнена ядовитым газом. Если кто-то попадет туда, он покойник. Бэтмен, ты поможешь им? Я вижу их! Они еще шевелятся! Это не просто попытка побега. Джокер все спланировал. Помогите! Все будет в порядке. Оставайся здесь. Потерпи еще чуть-чуть. Не могу. Я упаду. Ха. Неужели он бросил меня здесь? Вот суки! Пульт управления вентиляцией. Точно наведенный батаранг должен включить ее. Внимание! Очистка воздуха завершена. Джокер, тебе не уйти! Я возьму тебя! Надеюсь, так и будет!
но не сейчас! Какой здоровяк! Эксперимента нужно больше. Ну, раз уж у меня такой приступ щедрости, этого отдам бесплатно, Бэтс. Сбрось меня! Давай! Закончи и поставь точку раз и навсегда! Ты ведь этого хочешь! Ты так предсказуем, Бэтс! Хотел бы с тобой поболтать, но мне еще нужно все организовать! Гости летят со всего Архима! Сам видишь! Моя голова! Бэтмен! Я здесь! Скорее сюда, пока остальные не появились! Они появились ниоткуда. Я перетащил сюда Джерри, включил ворота, а потом, наверное, потерял сознание. Джокер прошел через эту дверь. Что за ней? Мы это называем экстремальный изолятор. Туда можно добраться только по транспортной системе. Открывай! Нет проблем, просто вызову другую камеру. Хорошо. Что-то не так. Цепь передачи сигналов тревоги заблокирована. Небольшие трудности. Джокер. А ты ждал Двуликова? Тебе не уйти, Джокер. Дурачок, я и не собираюсь уходить. Здесь так весело. Даже ты здесь, а с тобой я всегда улыбаюсь. Это ненадолго. Правда? Посмотрим. Бай-бай. А, чуть не забыл. На случай, если ты за мной увяжешься. Я решил немного подстраховаться. Гордон сейчас направляется к Харли. Офицер Боулс? Если увижу, что ты за мной идешь, он умрет. Харли будет рада. Может быть, я сниму видео и выложу в интернет. Транспортная система не отвечает. Я могу лишь открыть дверь, через которую ты вошел. Извини. Нужно вернуться к камерам. Боулс был глуповат. Наверняка оставил след. Бэтмен, что происходит? Джокер сбежал. Он заперся. И у него твой отец. Папа! Не волнуйся, я его верну. Да? Я знаю, но... Оракул, я его верну. Джокеру не взять верх. Я не позволю. Начну с места, где его схватили. Охранник по имени Фрэнк Боулс напал на него. Если я найду Фрэнка, найду и твоего отца. Брюс, поторопись, пожалуйста. Спорим, ты ломаешь голову, как я это провернул? Неужели великий сыщик что-то упустил? Мы с Фрэнки давно знакомы. Пару лет назад я вытащил его из пикантной ситуации. Так что, когда мне нужно достать коды доступа или уложить старика дубинкой, я знаю, кого попросить. Оракул, я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Боулсом? Точно. Боулс уронил свою фляжку. Пьянчуга. Интересно, что скажет сканер? Можно идти по запаху спирта. Его оставил бурбон Фрэнка. Оракул, я взял след. Отлично. Иди по следу, я собираю материалы по Архиму, любую информацию.
Позже может пригодиться. Где этот чертов лифт? Тупые, никчемные. Почему Джокер на свободе? Тише. Что происходит? Чертовщина. Гордона утащили наверх в лифте. Если я собираюсь идти за ним, придется это сделать по старинке. Джокер был прав. Это было просто. Ну давай! У них нет никаких шансов. Это так. Он здесь! Бэтмен, как все идет? Вышел на отца? Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня, сбросила на меня лифт. У нее получилось? Ха, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Это было легко, босс. Парни уже заканчивают. У аркемских придурков не было шансов. Отлично! Наш милый грызун тащит сюда свою задницу. Расставьте ловушки. Он не должен выйти из здания. Приказ понятен? Оу, гляньте, кто здесь. Чьи дурненькие ушки торчат. Наверное, мне лучше предупредить мальчиков, что ты уже в пути. А может, не надо? К чему портить такой сюрприз? Похоже, Джокер догадался, как я выследил Гордона. Следы офицера Боулса кончаются здесь. Я здесь, Бэтмен! Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота.
Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боуз был один? Сначала я так и подумал. Но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то похожий на комиссара. Боуз мертв. Его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Мы присмотрим за Марией. Обещаю. Мы приносим извинения за прерывание программы. Джек Райдер в прямом эфире из гавани Готэма с экстренными новостями. Это Джек Райдер с экстренными новостями из гавани Готэма. Мы получаем сообщение о вооруженной осаде острова Аркхем. 2 минуты назад Джокер передал в эфир всех новостных каналов это леденящее душу послание. Здравствуй, Готэм. Внимай голосу своего нового повелителя. Так, подождите. Это пропускаем. Это Джокер. Я захватил остров Аркхем, и доступ сюда для всех вас запрещен. Если я увижу хоть одного представителя загона, дружинника или героя в колготках, я начну случайным образом подрывать в городе бомбы. Где это случится? Детский сад? Больница? Особняк миллиардера? Кто знает? Кто знает? Все подходы к острову перекрыты. Воздушное сообщение заблокировано. Согласно предварительным сводкам, и сам Бэтмен остается на острове. Мы останемся здесь и продолжим информировать вас о ходе событий в прямом эфире. Уолли? Спасибо, Джек. Мы будем ждать новостей. Что коробчонка Бэтмена припаркована прямо у здания интенсивной терапии. Мы не позволим ему просто взять... Оракул, отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Аркхема. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Аркхеме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Оракул. Скоро я захвачу власть над всем островом. Это Бэтмен! Точно говорю, мальчик! Ай, мой! Скажи, у меня план! В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может пригодиться. Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Оракул, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Позвольте напомнить, что ваш гражданский долг
Та-т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 а
видишь, я отдыхаю. Где Гордон? Разве тебе не интересно? Я здесь! Заткнись! Ах ты! Чёртова стерва! Харли! Что он здесь делает? Еще рано! Прости, мой пирожочек! Не сердись на меня! Ох! Ох ты, плутовка! Я не могу на тебя долго сердиться! Извини, Димэн! Поищи другой подход! Пока-пока! Здесь не пройти. Лучше поискать другой проход снаружи. Спускайся к остальным! Шлись! Хорошо, хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Эй! Есть тут врач? Нет? Да. Кажется, у меня гора раненых бойцов, которым нужна медицинская помощь. Теперь вы в безопасности. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход, вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли, нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Босс, все готово. В комнате газ, капитан Крюк там, не вылезет. Одна проблема. Бритва не успел выбраться. Он тоже там остался. Ну, будет теперь знать, как тянуть волынку. Никого не выпускать оттуда. Я этого не люблю. Кэш, что случилось? Тревога в медблоке. Я услышал крики, нашел врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Двери заблокированы, мы не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Какая отвага. Давайте протянем мистеру Кэшу руку. Ему еще одна не помешает. Когда я отсюда выберусь, ты у меня посмеешься. Да улыбнись ты, я просто дурака валяю. Не терпится отплатить тем же. Плюнь на него, Кэш. Ты можешь включить вентиляцию? Я пытался, не выходит. Он заблокировал удаленный доступ. Я что-нибудь придумаю. Мы на полной мощности, скоро комната очистится. О, так сюрприз! Бэтмен все-таки успел! В следующий раз, Кэш, я просто пристрелю тебя и думать не буду. Денем. Первые результаты теряли на них. Бэтмен! Не надо слов. Ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю, но только для меня. Это правда? Ты величайший в мире сыщик. Как тебе это удалось, Бэтс? Что за черт? Быстрее туда, ребята. Посмотрим, оценит ли он твой удар в челюсть. Почему вы ждете? 1 апреля? Бегом туда!
тебя пока тренирую. Считай это анонсом гвоздя программы. Сам увидишь. Прости. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не пофиг? Кончай ныть и прочисти уши. Если хоть кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Похоже, ты наш козырь в рукаве. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас друзья внутри и снаружи. Что происходит? Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньше из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам лучше оставаться здесь. Все медики спасены. Пора вернуться к следам Харли Квинн и Гордона. Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Босс говорит, что он где-то здесь. Рассредоточиться! Соплях на большой высоте. А что, если я выбью аварийный тормоз и сброшу тебя, как мешок с кутятами, а? Спокойной ночи, Бэтс. Бум! Это я пошутил. Я припас для тебя пару сюрпризов. Жди встречи со своими страхами. Со всеми! Есть только пугало. Вытащите меня отсюда! Кто-нибудь! Умоляю, Бэтмен! Спаси меня! Нет! Прости, Джим. Барбара! Да, прости. Я опоздал. Приносим извинения. Набранный вами номер недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала. Барбара, ты там? Пожалуйста, повесьте трубку.
Отец? Ты должен был остановить его, сын, как подобает настоящему мужчине. Мама? Помоги нам, Брюс! Спаси нас! Все в порядке. Что случилось? Связь прервалась. Ты уверен, что все в порядке? Уже нашел папу? Я в норме. Возникли небольшие проблемы с пугалом, из-за этого и задержался. Я скоро с тобой свяжусь. Это был не Гордон. Газ Крейна повлиял на меня сильнее, чем я думал. Комиссар полиции здесь, за стеклом. Взгляни-ка. У Харли четкие инструкции. Если кому-нибудь в комнате ты хотя бы померещишься, она убьет старика. Мои патрули там повсюду, и я предупредил их о твоем визите. Давай так, если сможешь подобраться к Харли незаметно для всех, получишь приз. Не сможешь, старый пердун умрет. Я даже могу отдать тебе саму Харли. Тебе, похоже, нужен новый помощник. А ты не спешил. Он неуправляем. Хочет что-то доказать. Не уверен, что смогу его остановить. Ты сможешь. Бэтмен, послушай, мы не одни. У него здесь есть что-то еще.
но я не знаю, что именно. Что ты за болтун? Испортил такой сюрприз! Помолчи. Шоу, что такое? Я тебя раздражаю, правда? Отлично! Следующий номер тебе точно понравится. Нужен логин доктора Янг. Неважно. Ко мне за спину. Быстро! Бич. Я думал, он сбежал из Блэкгейт. Освободи меня. Кто это сделал с тобой? Доктор Янг. Бруха. Она высосала из меня весь веном. Нужно остановить. Прости, Бич. Доктор больше не создаст проблем. Как тебе моя марионетка? Что скажешь? Отпустим его? Гордон, беги! Все хорошо, Джим. Где Квин? Исчезла. Наверное, освободилась, пока Бич трепал тебя. Нужно увести тебя с острова. Я не новичок. Сам справлюсь. Я сломаю тебя, Бэтмен. А потом Бруху. Нет, Бич. На этот раз сломаешься ты. Джим, возвращайся на материк. Здесь слишком опасно. Я не оставлю тебя. По радио сообщили, что он заминировал весь город. Готэм охватит паника. Ты нужен там. Мы готовы, сэр. Бич назвал доктора Янг Бруха. Что это значит? Это ведьма. По-испански. Араку, проверь городские компьютеры. Мне нужна информация по доктору Янг. Все, что сможешь найти. Я просмотрю результаты, как только доберусь до пещеры. Пещера? На острове Аркхем? Я обустроил ее несколько лет назад. Лучше заранее подготовиться к подобным ситуациям. Как тебе удалось сохранить это в секрете? Ты же знаешь, я это умею. Итак, ты думаешь, что доктор Янг экспериментировала с Веномом? Тем же препаратом, который превратил Бича в монстра? Да, и меня это беспокоит. Бич выглядел еще сильнее, чем обычно. Джокеру нужен Веном. И это главная проблема. Я направляюсь на мыс мертвеца на севере Аркхема. Свяжусь с тобой из пещеры.
Идентификация успешна. Отмена протоколов защиты. Система безопасности дезактивирована. Пуск. Доктор Янг возглавляла проект. Крупное дело, серьезные инвестиции. Вот ее последние записи. Не могу ничего понять, что это значит. Похоже, она проводила эксперименты на пациентах в Аркхе. Новый препарат лишь отчасти соответствует оригинальному составу венома. Внесен ряд изменений. Похоже, для усиления эффективности. Многочисленные ссылки на формулу Титана. Даже небольшая доза препарата запускает изменения, подобные действию венома. И нет необходимости в больших контейнерах, как у Бича. Минутку. Записи неполные. Нет формулы препарата. Видимо, именно этот секрет утаила доктор Янг. Если Джокер получит его, он создаст целую армию. 1000 бичей. Боже, Джокер настолько не в себе, чтобы пойти на такое? Да что я говорю? Ты должен остановить его. Я проверила информацию по доктору Янг. Согласно данным из банка, она часто получала платежи. Деньги начали приходить в апреле прошлого года и прекратили поступать 2 месяца назад. После этого средств она больше не получала. Деньги переводились из частной компании, принадлежащей некому Джеку Уайту. Любимый псевдоним Джокера. Значит, он оплачивал доктору Янг создание армии, а потом вдруг остановился. Это странно. О, вот что еще странно. Переводы для доктора Янг не прекратились. Они были отклонены. Она заблокировала свой счет. Видимо, она передумала. Хотела вернуть деньги, а Джокер не любит, когда его партнеры пытаются выйти из игры. Поэтому он решил вернуться в Аркхем, найти ее формулу и создать армию самостоятельно. Точно. Я взломала ее почтовый ящик. Здесь 2 интересных письма. Первое – заявление об увольнении. Это было на прошлой неделе. Похоже, она пыталась бежать. А второе? Сообщение от Джокера, то есть Джека Уайта. Длинная переписка. Она умоляет прекратить эксперименты. Говорит, это слишком опасно. Он не слушает. Так, посмотрим. Различные угрозы в адрес ее семьи, пара плоских шуток, фотография мертвого тела и еще одна угроза. Продолжай. Он пишет. Я иду за тобой. Я получу то, за что заплатил. Дальше шутка про инвалидные кресла. Мило. И рисунок, вроде бы ослик. Теперь понятно, почему она была так напугана. Я найду ее. На связи, Джокер, есть новости. Начну с хорошей. Доктор Янг у нас, а теперь плохая. Она молчит. Она спрятала где-то здесь некий документ. Он мне нужен. У меня есть пара идей, как развязать ей язык. Ну, а вы пока под каждый диван загляните. Где доктор Янг? Я сказал ей бежать. Эти громилы искали ее. Я попросил дока бежать в свой кабинет и спрятаться. Свои записи она хранит там? Думаю, да. Она так отчаянно пыталась туда попасть. Ее кабинет там. Когда это было? Мне нужно найти ее записи, пока они не попали в лапы Джокера. 20 минут назад, может больше. А что такого важного в этих записях? Заметки нужны Джокеру. Значит, они важны. Оставайтесь здесь, я найду ее. Нет проблем. Попробую по радио. Выясню, кто здесь поблизости. Кто-то добрался до сейфа. Единственный вопрос, кто это был? Следов взлома нет. Тот, кто скрывал сейф, явно знал комбинацию. Посмотрим. Отлично. Доктор Янг добралась до своих записей раньше Джокера. Она их спрятала. Нужно проследить ее путь и понять, где она могла их оставить.
Оракул, иду по следу доктора Янг. Мне пришлось настроить сканер только на свежие отпечатки. Они приведут меня к ней или к ее записям. Надеюсь, все получится. Кстати, полиция Готэма обнаружила в городе бомбу Джокера. Ее начинили марципаном и котятами. Я так и знал. Это просто отвлекающий маневр. Настоящая игра в Архиме. И куда ее увели? Без понятия. Джокер нас в свои планы не посвящает. Она была напугана. Может, догадалась, что дальше. Здесь! Веселящим газом. Публика будет в экстазе, а потом все умрут. Бэтмен, нас связали! Осталось 30 секунд. Надеюсь, твой костюмчик не пострадал из-за всей этой беготни. Спасибо, Бэтмен. Их больше нет? Да, вы в безопасности. Что произошло? Все случилось очень быстро. Сюда вломились пациенты, громили все, что подворачивалось под руку. Как будто что-то искали. Билл пытался отбиться, но их было слишком много. Эти психи забрали доктора Янг. Она бежала сюда, а они гнались за ней. Прости, когда я очнулся, мы все были связаны, а доктор Янг пропала. Я слышал голос по радио. Кажется, им приказали собраться в кабинете старшего надзирателя. Значит, когда доктора Янг поймали, она пыталась спрятать свои записи. Куда же ты их спрятала, доктор? Оракул, я нашел формулу доктора Янг. Отлично. Значит, ты остановил Джокера? С этим всегда возникают трудности. Что это у тебя, Бэт? Нет, только не формула! Что же мне делать? Кто же мне теперь поможет? Что-что? Наш старый друг Зас? Припоминаю, что видел его на пути из сада, где он наверняка реализовывал свою очередную извращенную фантазию. Может, он заставит ее говорить? Да, думаю, он справится. Отличный план, Бэтс! Что ты так хотел пересмотреть этот фильм, Брюс. Пойдем. А то опоздаем к Альфреду. Извини, папа.
Не будь с ним так строг, Том. Он так любит этот фильм. Альфред подождет. Брюс, не отставай. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается. И Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Обустойте, дамочка! Пожалуйста, не надо! Мы не можем подождать! Но на месте меня стреляют! Берите все, что хотите! Боже мой! Боже мой! Тихо, дамочка! Закрой его рот! Давай сюда, женщина! Не пускайте меня! Идите со мной! Беги, Люди! Дамочка! Пошли, не оставайте! Мы почти на месте! Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Давай, сынок, проходи. Присядь в кабинете. Куда ты нас ведешь? Переживет. У пацана столько бабок, все с ним будет нормально. Мы можем подождать здесь. Прекрати, что ты имеешь? Парню всего 8 лет, он совсем один. Деньгами тут не поможешь. Как скажешь, Гордон. За ним уже едет дворецкий, слыхал? У него куда есть дворецкий. Ведешь? Здесь можно срезать. Но извини. Дождь начинается. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Мы можем подождать здесь. Принести тебе что-нибудь? Оставайте. Мы почти как на месте. Ты? Я понимаю, тебе наверняка не хочется сейчас разговаривать, но только так мы сможем поймать преступника. Куда ты нас ведешь? Офицер! Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Я не знаю. Мы почти на месте. Все дело в этом городе. С ним что-то не так. И знаешь что, сынок? Зови меня Джим. Ты нас ведешь. Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Мы не можем подождать здесь. Пошли, не отставайте. Мы почти на месте. Куда ты нас ведешь? Здесь можно срезать. Но ведь дождь начинается, и Брюс устал. Что ты делаешь? Пожалуйста! Только попробуй подойти, Бет, и я тебя поджарю! А, вот ты где! А я тебя ждал, слушал, как Зас извлекает из нашего доктора крики, пока ты развлекаешься в мирах пугала. Ну и как оно? Узнал что-нибудь о себе? Расскажи, присаживайся, поговори со мной, я весь внимание. Кстати, готов поклясться, что слышал, как Зас отрезает ей уши. По звуку очень похоже было. Стой на месте, Бэтмен! Слушай внимательно! Спасите! Пожалуйста, кто-нибудь помогите!
Еще шаг, и я всю комнату ее кровью в красный покрашу. Чудовище! Чудовище! Мерзкое, мерзкое чудовище! Он никуда не пойдет. Прекращайте. Простите. Пожалуйста, простите. Я видел Бича. Я знаю. Я... Джокер угрожал мне. Я хотела остановить эксперимент. Пыталась вернуть ему деньги. Для Джокера нет ни ответ. Он создает ужасную извращенную силу, которая уничтожит Готэм. Но ему нужна формула, я спрятала ее, но... Значит, у него есть Веном и ваша формула. Господи, у него тонны препарата. В садах есть лаборатория, она изолирована, но в сейфе старшего надзирателя находятся все коды доступа. Что еще планирует Джокер? Откуда мне знать? Вы думаете, он знает, что говорит? Думаю, он безумный. О, боже! Осторожно! Ты монстр! Злой! Злой! Злой зверь! Бедняжка, доктор Янг! Но ты же знаешь, как мистер Джей ненавидит ябед! Ах! На помощь! Сделайте! Старый дурак решил, что он и вправду управляет заведением! Вот уж кто у нас псих! Что ж, Бэтс, много людей еще надо схватить! Мальчики! Если задергаемся, пристукните его! Но не слишком сильно! Мистер Джей хочет видеть его на вечеринке! Оракул, доктор Янг погибла. Ты нашла какой-нибудь способ обойти ворота? Перед смертью Янг упоминала о секретном заводе. Он спрятан где-то в садах. Протоколы безопасности Уэйн Тек надежно защищены от взлома. Люциус отлично поработал. Двухступенчатая биометрическая последовательность, похоже, генерируется лично старшим надзирателем с помощью секвенатора кода. Который Джокер взорвал вместе с сейфом. Старший надзиратель сейчас у Харли Квинн, и он единственная надежда пройти через ворота. Хорошо, удачи. Остановись, Бэтмен, прошу, спаси моих малышей. Извини, Плющ, но цветы меня совсем не интересуют. Им больно, они молят о пощаде. Оставайся на месте, здесь только тебя не хватает. Бедные малыши, я вас спасу. Помоги мне. Плющ! Ого, фигово выглядишь! Может, принести тебе бутылочку шампуня? Растения, ты слышишь их? Им больно, они зовут меня. Неужели? Жалость ты какая. Ну, пока. Пожалуйста, выпусти, они умрут без меня. Не знаю, рыжая. Тебя к мистеру Джею не приглашали. Ну что ж. Пожалуйста. А, какого черта? Так и быть, выпущу тебя. Так намного лучше. Неплохая девчонка. Ай, так бы и смотрел на вас весь день. Ну и шумиху вы подняли. И, кстати говоря, смотрите, какой чудный бунт я для вас приготовил. Чего ждешь? Освободи меня! Он захватил контроль над переключателями управления. Секвенатор кода у меня, но без терминала, который в моем кабинете, он бесполезен. Ваш терминал уничтожен. Дайте секвенатор. Что? Да, конечно. Ничего не выйдет. Половина кода тебе не поможет. Мы в ловушке.
Всегда есть выход. Всегда. Оставайся здесь. Закрой ворота, когда я уйду. Отличная мысль. Нельзя, чтобы человек моего положения попал к ним в руки. Сюрприз! Знаешь, Бетти, между нами давно проскакивала какая-то искра. Ну, теперь она точно есть! Лови меня, Бетс! Ты водишь! Почему бы просто не взять пистолет и не пристрелить чертову мышь? Тут еще пушки! Сюда! А здесь бомба! На выход! Быстро! Быстрее! На выход! Быстро! О, я думал, мы оба погибнем! Теперь ты в безопасности. Ты за этой сумасшедшей ведьмой? Когда мы вышли, я видел, как она шла к двери. Далеко не уйдет. Я поймаю ее, а потом и ее приятеля. Отлично! Слушай, я попробую запустить вентиляцию. Если найдешь ее, не давай ей спуску. Ради меня. Ты это видел? А вот и мистер Джей! Превосходно. Предоставлю это тебе, дорогая. Вечеринку придется отменить. Удачи в следующий раз. Нет! Сдохни, гадкая мышь! Рэй, руки прочь от сувенира! Мой список! Помолчи. Почему возле некоторых имен смайлики? Ты у нас детектив! Вот и разбирайся! А?
вышло! Мистера Джея тебе не найти! Он в лаборатории в саду и... Черт! А, я в курсе. Ну и пусть! Он меня отсюда вытащит, вот увидишь! Да! Оракул, я готов. Харли под контролем. И у меня ее отпечатки. Значит, ты можешь отправляться в сады на поиски секретной лаборатории? Да. Харли уже облазила весь остров. Поэтому я запрограммировал сканер фильтровать отпечатки и показывать только те, на которых есть следы хлорофилла. Хорошо. Послушай, будь осторожен. Я запрограммировала спутник Уэйнтек на термовизионное сканирование острова. В садах горячо. Там творится что-то нехорошее. На помощь! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его? Бросьте противных докторишек прямо в ад! Это же то, что внизу, да? Да, туда им и дорога. Отлично. И помните, если услышите ошейник... Значит, Бэтмен уже пришел. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Я нейтрализовал основную угрозу. Я думал, что работаю на доктора Янг. Понятия не имел, что Джокер в этом замешан, пока тот сюда не ворвался. Где эта лаборатория? Там. Меня вечно вызывают оттуда. Здесь есть потайная дверь, но, сам понимаешь, ее не видно. Я ее найду. Оставайся здесь. Нашел нашу лабораторию. Ну, раз ты такой молодец, давай покажу, что у меня тут приготовлено. Thank you.
Араку. Фабрика Титана уничтожена, но Джокер сбежал с таким запасом, что у нас будут серьезные проблемы. Оказалось, хуже уже не будет. Для производства Титана использовали ядовитое растение. Оно ключ, и на острове есть лишь один человек, который сможет мне помочь. А почему ты думаешь, что ядовитый ключ поможет? Если растение в опасности, она меня послушает. В моей базе данных есть образец ее феромонов. Она где-то в садах, и я ее выслежу. Нужно перебраться через расщелину. Я знаю, что он нас нашел, но я не дам вас в обиду. Лучше убью его. Плющ, я знаю, доктор Янг вызывала мутации, чтобы получить веном. Да. Мне листья нашептали, что злодейка за это поплатилась. Ты должна помочь мне изготовить противоядие. А зачем мне? Пусть Джокер веселится. Хочу посмотреть, как ты корчишься. Ты слишком долго была в темноте. Все растения на острове станут такими же, если ты не поможешь мне. Где-то на острове есть такой цветок. Только он может справиться с Титаном. Где его найти? Оу, он в логове Крока. Ты ведь не думал, что будет просто? Возвращайся в камеру, или будешь следующий. Я буду ждать. Оракул, мне нужно найти путь в логово Крока. Оно где-то под островом Аркхем. В базе нет никакой информации о том, где он содержится. Я обнаружил недалеко от пещеры дверь, но она крепко заперта. Должен быть другой вход. Я оставил кэша в поместье. Посмотрим, может быть, он знает, где держит Крока. Похоже на плющ, Титан действует как-то иначе. Ее цветы растут. Они скоро выйдут из-под контроля. Похоже, растения продолжают мутировать. Бэтмен, я ждал тебя с минуты на минуту. Что за история с растениями? Долго объяснять. Дай угадаю. Ядовитый плющ, она теперь с Джокером. Суть в том, чтобы я не дал растениям захватить остров, но... Всегда найдется какое-нибудь «но», да? Где вы держите Крока-убийцу? Я нашел дверь в канализации, но она крепко заперта. У этой твари отдельная камера. Она прямо под приемной интенсивной терапией. Лифт идет в старую канализацию. Мы просто кидаем туда мясо раз в день и стараемся о нем не думать. Там все перекрыто. Охраны больше, чем у Джокера. Без разрешения Шарпа внутрь не попасть. Все коды у него. Спасибо, Кэш. Оставайся здесь и не лезь к растениям. Это верная смерть. Кто
Кто-нибудь видел вчерашний матч? Это не моя вина. Я этого не делал. Просто проверим, как там пленные, дорогуша. Ну ладно. Ему что-то не очень хорошо. Да, его нужно пожалеть. Он так и не смог оправиться после смерти родителей. Совсем ума лишился. Что творится в твоей голове, Уэйн? Ой, его уже нет. Осталась побитая скорлупа. Освободите меня! Он твой с потрохами, Джокер! Скорее, мистер Джей, мы готовы. Я долго этого ждал, Бэтс. Начинаем вечеринку. Убойную. Зачем спорить, Бэтмен? Ты такой же псих, как и мы. Мы так же нужны тебе, как и ты нам. Чтобы доказать это, я выпущу в катакомбы столько фобосов, что еще 100 лет Готэм будут населять одни безумцы. Ha ha ha!
Еще один шаг, и это окажется в воде. Пещеру наполнят твои ужаснейшие кошмары, и ты никогда не доберешься до своих драгоценных корешков. Не делай этого, Крейн. Оракул, я отправляюсь в логово Крока. Нужно собрать споры, о которых говорила Плющ. Он в старой канализации. Вышли мне схему. Здесь настоящий лабиринт. В базе нет этих данных. Брюс, ты уверен? По-моему, это самоубийство. У меня нет выбора. Я настроил сканеры на поиск спор, необходимых для противоядия. Я их найду. А как же Крок? Крок просто животное. Любого зверя можно поймать, если есть капкан и подходящая наживка. Я справлюсь. Сообщу тебе, когда закончу. Плавучие платформы обеспечат поддержку. Но Крок узнает, где я нахожусь по волнам на воде. Нужно двигаться как можно медленнее. Спору мне достаточно. Нужно вернуться в пещеру и сделать противоядие. О, понимаю. Ты установил там гидроакустический маяк. Умно. Станет твоей могилой. Сейчас. Я найду тебя. Как дела с противоядием? Почти готово. Но это сложнее, чем я предполагал. Процесс крайне медленный. И в результате получается малое количество противоядия. А хорошие новости есть? Препарат точно остановит Плюща. Кроме этого, возможно, он обратит трансформацию, вызванную Титаном. Я запрограммировал компьютер на дальнейшее производство. Но мне нужно вернуться к поискам Плюща. Слава богу, ее растения уже добрались до реки Готэм. Брюс, что с тобой? Все хорошо. Оракул, у нас новая проблема. Что такое? Двуликий? Ридлер? Какой-нибудь гигантский робот Джокера? Боюсь, все намного сложнее. Я у главного коллектора. Похоже, он отравлен Титаном. Что он теперь задумал? Попробую разобраться. Титан вызывает коррозию, но не должен испортить костюм. Что-нибудь выяснилось? Не знаю, как и сказать. Просто скажи. Джокер закачивает сюда отходы производства Титана. По сути, это природный резервуар. Как только он наполнится, вся вода попадет в реку Готэм. Обычно это безопасно, но... Но сейчас там полно Титана. Как мне это остановить? Работаю над этим. Согласно чертежам, здесь 3 пункта управления. Первый прямо над тобой. Значит, я отключу все. Что будет, если Титан доберется до Готэма? Не доберется.
Третий насос отключен. Я возвращаюсь на поверхность. Нужно найти Плюща. Сообщи, если что-нибудь понадобится. Плющ набирает силу. Ее нужно остановить немедленно. Я думаю, она все еще в садах, где ты ее оставил. Но теперь она их контролирует. Тебя ждет ловушка. Это она так думает. Я не дам тебе все разрушить. Я сказал тебе идти в камеру. Я ошиблась. Я думала, что растениям больно. Я поняла. Это эволюция. Они стали сильнее. А теперь мы с ними срастемся. Строго по списку. Если тебя нет в списке, не пущу. Так, посмотрим. А, то есть, нет, не то. Б. Б, Бич. А, вот оно, Бэтмен. Гляди-ка, похоже, ты у нас почетный гость. Парни, поприветствуйте его как следует. Вали его! Правда волнующий, Бэтс? Это кульминация вечера. Только не говори, что не ждал этого. Я-то точно ждал. Сюрприз! Часто слышал, что мне надо работать на телевидении. Такого пропустить нельзя, это будет просто взрыв. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Почему же ты не остановил Бэтмена? Я? Это же был твой план, клоун тупой! Как так? Иди назад к чревовещателю! Тебе обязательно нужно все испортить, да? Избить бича, скормить пугало Кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби. И испортить мои чудесные ядовитые растения. Все кончено, Джокер. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало. Сработано, Бэтс, ты выиграл приз. Твой старый друг, комиссар, как его там? Ой, какой-то он уставший. Давай-ка его подбодрим! Бэтмен! Прочь! Вот так! Теперь повеселимся, детишки! Борешься с изменениями? Так нечестно! Давай, сдавайся! Хочешь сыграть в бейсбол, Бэтс? А? Твоя подача! Щекотка, щекотка! Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост. Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я, когда истекаю кровью и хихикаю. Но ты и этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Лечебница Арк-7 по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм, говорит Джокер. Архим теперь мой. Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие. Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего темного рыцаря. Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, вон там. Джокер делает ход. Шоу начинается, Бэтмен! Дадите женщинам повод для пересудов! Ха! Два урода дерутся не на жизнь, а на смерть! И только сегодня поприветствуем нашего приглашенного рефери! Ну давай, сделай что-нибудь! Выйди из себя! Только так ты сможешь побить меня! Ты ведь этого хочешь? Никогда! Растратил противоядье на себя? Помирить со смеху. С ума сойти! Но ты испортил мне все веселье! За это Архим захлебнется твоей кровью. Давайте станцуем танго!
меня извинить, Бэтс. Проходите, парни, я его для вас подготовил. Ну, мистер Рэпери, как вам этот раунд? Ну давай, говори! О, это что, вертолет Джека Райдера? Отцепись! Дай только выбраться, и я тебе башку оторву! Тайм-аут, Бэтс! Меня вызывай! Еще вертолет! Как здорово! Ты что творишь? За это ты умрешь, Бэтс! Поехали! Джек Райдер, слышишь меня? Сообщение для всех моих верных фанатов в Готэме! Отцепись! Я все выдержу! Что бы ты ни придумал, Бэтс, тебе конец. На этот раз я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда! Со мной все хорошо, Барбара. Полиция наконец взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Врачи заботятся о раненых, но, похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. И модифицированные токсином заключенные приходят в себя. Но для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Папа, а как ты? Я выживу. Увидимся вечером, Барбара. Жаль твою машину. Подвезти тебя. Спасибо, Джим. Доберусь. Отдохни. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Двое офицеров в панике. Подозреваемый срочно на